Так, 10:58. Ну давай, камерка, фокусируйся. 23 апреля. Немного карательной кулинарии. Намолол фаршика. Лайфхак. Работы с миксером лучше проводить, предварительно поставив посуду в раковину. И немного отрубей пшеничных в данном случае. Получается такая вот дрысня. Но надо сделать ее погуще. Сейчас добавлю еще немного отрубей. Дань, морковь здоровенная и свекла. С мясом оно очень хорошо запекается. Логика такая: сначала наебенить тесто, потом на овощи, они под силой своей тяжести будут проседать в тесто, и сверху мясо, оно просядет и пропитается полностью. Кстати, еще одна причина, почему лучше все эти процессы делать над раковиной, то как стрельнуло из мясорубки свекольным соком расстоянием. Пусть лучше здесь, вот здесь протер нормально, а скатерть впитать может. Вот такая вот смесь получается. Кто скажет, фу, что за херня? Вы название видоса посмотрите. Так. Ну, будем замешивать дальше. Я засомневался в своей первой теории о том, что мясо под силой тяжести будет проваливаться и выдавливать сок вверх. Поэтому эксперимента ради располовинил это все. Здесь смешал. Овощи, отруби, яйца с мясом здесь, снизу отруби с яйцами, сверху свекла с морковью, сверху мясо. Так и оставим. Посмотрим, что из этого вкуснее получится. Можно еще даже эксперимента ради еще вот так вот располовинить. Здесь посыпать приправу, здесь. Потому что то, что я посыпал в отруби с яйцами, я не уверен, что этого хватит. А может и хватит. Короче, карательная кулинария, она всегда способствует экспериментам. Фу, как это мерзко выглядит, а. Ладно. Жрать охота, так что вперед. Кладем это все. Безобразие. Оп. И сейчас, наверное, ну не знаю, минут на 40 на 200 градусов. Или на 180. На 180, короче, градусов на 40 минут. Так. Пахнет-то как! Короче, оставлю, пускай оно в отключенном виде попреет немного. Дальше попробую потом. Так, и в итоге получается вот такая вот смесь. Не знаю, что из-за жижи вытекло. Сок, наверное, свекольный. Очень прикольный. Ну, попробую надломить и перевернуть. Да, мясо прожарилось. Кобиксик запотел. Вроде нормально все получилось. Я думаю, будет очень вкусно. Если что, я в комментариях допишу потом. Просто не могу, уже батарейка садится, а жрать охота, аж слюнки текут. Все, всем приятного аппетита.